Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эмон. Мы продолжаем играть на сервис Матра, Амтон номер 3. Все как всегда, и как вы поняли по названию ролика, сегодня у нас дьявольская машина. Так что, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайкос, чтобы не попасть к дьяволу. Ставьте лайкос, пишите комментос. Блин, а почему там сзади так вот это все криво расставлено? Я только что увидел. Короче, и мы начинаем. И, как вы поняли, по названию, сегодня я купил вот такую вот тачечку. Короче, пацаны, где-то неделю я искал Charger. Блин, какой Charger? Это Challenger, СРТ, Hellcat. Да, Hellcat же? Да. А не РТ просто. Ну, такое. Короче, неделю я искал его, вот. И как я поговорил в предыдущем видосе, есть такой игрок Ясарян, у него номера лайк, вот, а у меня, ну, а зовут его Мистер Кэт, вот, ну не зовут его, ник в игре, вот, он катается на таком Чарджере, да что я хочу сказать, Челленджере, вот, и он мне понравился, он продавать не хотел, я говорю, а что если сделать такой же, он такой, ну го, короче, искали мы очень давно, тупо паршаки и челленджеры тупо выкупились бы, их тупо не было. Вот, и вчера мне подписчик написал, что типа есть на БУ 2 челленджера. Один я себе взял, а другой написал там админ на никотин, он тоже искал, вот. И, короче, за 3.8 мы его купили с БУ, и еще 2.7 тюнинг. Ну, не тюнинг, винил, вот. Тюнинг здесь только капот, потому что он, типа, надо было поставить за 90 тысяч из-за того, что, ну, винил там коряво. И, короче, я еще на работу дал и думал там 1500, ну думаю, это как-то ну и мало, и дорого. А бы говорю, ну сколько тебе дать? Он такой, ну 5 миллионов это будет дофига, я думаю. Понятно, и вышка, короче, попал на бабки. Вот. Так что дал ему лимон за работу. Короче, там восьмера вышло. 8 миллионов 80 тысяч, что-то такое. Чтобы сделать вот такой. Это еще не все. Его еще ждет внешний тюнинг, диски, там тунер. Есть это все. Вот, а еще его ждет номер, так что. Ну нахер. Отец. Присаживайся в данный замечательный автомобиль. Давайте посмотрим, что тут по салону. По салону как-то я делал уже тест-драйв на этот автомобиль, но очень-очень давно, еще в начале моей карьеры, можно сказать, ютубовской. Но спидометр такой прорисован. Если заведу тачку. Так, подождите, я уже еду, нет? Вот это я уже еду, да, уже еду. А можно мне это? Бля! Такое. Короче, пацаны, смотрите, если я врубаю фары, и не тупо. Какие? Тупо дьявольские красные. Вот, так что давайте поедем на внешку. Потому что вот так ездить топа, обычный стоковый Hellcat. Блин, это не Hellcat, это RT. Потому что Hellcat это заряженный, там что-то 700 лошадей и 1000 момента на задний привод, вот, получается. А RT там 500, если я не ошибаюсь. Я, конечно, могу ошибаться, так что сорян, можете поправить меня в комментариях. Заезжаем на тонировку, сделаем морду в 80, потому что не люблю морду тонированную. Эксклюзивный за 40-ку тут стоит и тонер, все нормально. Так, вот уже лучше видно. Так, и теперь поехали, короче, на внешний тюнинг. Также хотел вам спросить, типа, а можно вообще сделать, типа, чип, может, у кого есть, что, ну, типа, он уже бешеный, да, не цепляется, чтобы, типа, на заднем приводе или на полом, ну, желательно на заднем, что, типа, стоишь, когда при старте тебя просто вводит в бока, а потом, когда ты, типа, разогнался, он стоит стабильно и едет прямо хорошо. Ну, короче, чтобы при начале зацепа не было, и она виляла, как, типа, в дрифте, вот. Может, у кого есть такой чип, буду благодарен, если вы его мне дадите. Ладно, заезжаем, короче, в тюнинг внешний. Как говорил, капот уже установлен, вот второй, он стоит 90 тысяч, а сток вот такой вот. Не, ну в какой-то степени и сток лучше, чем этот, но лучше пусть этот будет. Так, добавляем, ну хотя зачем, ну ладно, спойлер. Спойлер сюда добавлять можно вот такое, можно вот такое. Я не знаю, ставить сюда спойлер или нет, но в принципе вот этот неплох. Давайте его поставим. Так, расширение арок и фендеры. Есть
вот это на 100, есть за 260, но это губа добавляется, вот такое вот расширение, есть за 170. Мне больше нравится, и тут она цельно становится, видите, да? Мне вот нравится больше за 170, потому что, короче, переднего бампера нет, и заднего бампера нет. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Коротко про тюнинг на SRT. 220 тысяч. Дзынь. Все. А теперь давайте, там приора дрифтит. Такой. Так, заведение, за тренировку, то я думал, что-то мне два раза сняло. Блин, зачем я сюда опять заехал, а? Давайте мы заезжаем в дисочки заезжаем. Так. Давайте выберем какие-то диски. Мои вторые сюда идут. Идут. Я, наверное, их поставлю. Ну, давайте еще посмотрим, а потом выберем. Короче, просто мне понравились 13 здесь диски. Давайте окантовку, может, беленькую вот такую вот сделать с красненьким. Хотя это не смотрится. Ретро белый. Тоже давайте поставим просто Yokohama за 25 тысяч. И немножечко подредактируем колеса, чтобы они более лучше смотрелись. Все. Купили за 440 тысяч. Что-то я с размером немножечко переборщил. Поехали, поставим. Хотя давайте поставим, знаете, сюда. Или просто... Давайте поставим чип на задний привод. Так что давайте я где-то пороюсь в своих чиповках. Может, кстати, я вам выложить все свои чиповки. Вот, давайте пороюсь что-то тут и какой-то поставлю нормальный дрифт. Задний привод. Офигенный задний привод. Марк, топ задний привод. Короче, надо порыться и что-то поставить сюда. Короче, пацаны, обычные будни. Водителя SRT. Едем на красный, потому что нам все пофиг. Мы все равно человека как будто сбили, да? Едем, стабилизация off. Едем, тут опять желтый, давай желтый. И мы видим тупик. Как говорил академик? Надо развернуться. И поехали себе дальше. Это просто охуенно. Короче, пацаны, едем мы такие вообще на стиле. Прям топчик. Так, заезжаем, давайте в винил студию смотра МТА. Так, заезжаем. И посмотрим, здесь, короче, бренд Monster. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ингредиент. Короче, я вам расскажу, как сделать это винил. Это покупаете Monster наклейку, любую там. Красить ее в черный, а потом сверху затягивают ее, короче, в красный градиент. И это получается вот так вот. А вот эта полоска, это край, короче, градиент. Ее, конечно, можно за 300 тысяч спрятать, но зачем? Цвет дисков. Цвет дисков стоит здесь, он не поставил, но диски я хочу черные. Так что сохраняем и ставим диски черные. Вот. Купить за 50 тысяч. Ну и, в принципе, наш SRT готов. Давайте, короче, посмотрим, какая у него максималка. Если честно, не помню, где-то 370, 365 на 98. Не, ну это капец, конечно. Это надо 101 заливать, чтобы он 375 ехал. Не, чиповку надо все-таки другую ставить. Не, ну пацаны, блин. Считайте, сейчас я в него вдул 9 лимонов, да, но он в автосалоне 4,5 стоит. За 4,5 вы получаете 365 километров в час. Не, ну это, конечно, бред. Короче, пацаны, на этом все. Вот сейчас вы видите ценник, сколько мне вышел данный SRT, там до копеечки, вот. Пишите, вам нравится данный SRT или нет. Расскажу всю задумку. Красные фары — это дьявол. Вот эта кровь — это типа мы кого-то сбили прям большого, потому что столько крови. Вот, диски тоже какие-то акули жесткие прям. Что я на них подсел в последнее время. Сзади белый, хам 227-27. SRT все равно мы будем менять номер. Так что вот. Такой вот SRT вышел. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, если вам понравилась данная серия. Пишите в комментарии, как вам данный SRT, хотели бы его себе прикупить. Но продавать я, конечно, его уже не буду. Короче, всем удачи, пацаны, и всем пока.